Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт, свободом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, сейчас мы продолжим прокачивать покемонов так. О, как раз этого можно убить. Уже так, в принципе, нормально. 28-й, 21-й, 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 20-й, 40-й. Мне кажется, прокачать уже этого Тентакруэля, там те же Раркенди, с помощью Раркенди, да, и просто-напросто. И все, и прокачать его, 20 уровней ему осталось. Не, ну, если считать сейчас, то он, в принципе, можно сказать, нас прокачивает, то есть пока что сами мы еще боссов не сможем убить, поэтому пока что пускай он нас качает. Так, вот ты где. В принципе, ребята, давайте, я так думаю, опять поговорим о играх, которые выйдут, которые можно пройти, если... Так, сейчас, секундочку, давайте это быстренько поднимем. Поднимем, 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 чё бы чего. Так, ну давайте домой тпхнемся. Отлично. А игры, которые, в принципе, выйдут, которые, в принципе, можно пройти, они действительно такие отличные, да? Я так думаю, давайте, может, мы пойдем в шахту, чё-то не в шахту хочется. Как раз, может, и фосил поищем. И так, а чё у нас? Вот. Как раз, может, и фосил поищем, и ресурсы себе добудем, чтобы потом купить себе нормальное такое количество Раркенди. Как раз давайте сейчас вот это все сложим в сундуки, чтобы... Вот так, отлично, это сюда, 64, и вот тут все по максимуму. Сделаем себе еще немного факелов. Вот так. Отлично, сейчас давайте еще поскладываем. Это сюда. Это сюда. Нифига себе, сколько у нас шерсти там. Так, о, у нас тут еда. Это сюда можно. Это сюда можно. Хлам, хлам, это сюда. Отлично, а что там у нас? Так, это где должно быть? Железо, золото. Ладно, пускай будет в инвентаре. Давайте пойдемте, ребята, куда-то в шахту. Куда-то далеко, где мы еще точно не были. Офиг его знает, куда можно пойти. Давай, я просто даже не вижу, где тут. Ну, вот тут, например. Может, мы тут уже были, может, нет. Давайте 1415, 1515. 1415, 75, 1515. Главное туда не упасть. Отлично. Так, тут мы как-то можем спуститься. Чтобы там еще и шахта была. А не зря так туда спускаться. В принципе, ребят, давайте опять поговорим о играх, которые выйдут. Которые действительно можно пройти, которые стоят, чтобы их пройти, да? Так, отлично. Тут уже, в принципе, ресурсы есть, так что можно пособирать. И потом попродавать их, да, и все. Ну, в сентябре мы уже поговорили, да, которые в предыдущей серии, которые игры выйдут, то есть, сколько там, две игры выходят, да, одну, в принципе, можно пройти, другая это гонки, и, в принципе, гонки проходить это как-то не очень, да, потому что это, что какое там прохождение, то есть, ты от начала прохождения до конца просто ездишь на машине, да, и все, ничего не меняется, только машины меняются. Еще в октябре, я уже вроде бы тоже поговорили, мы уже, в принципе, ребята, тоже поговорили, какие там игры выходят. То, что говорю, выходит Alien Isolation, хоррор, да, The Evil Within, тоже хоррор, тоже можно будет пройти. Еще какая выходит? Еще вроде одна выходит. Какая? Dragon Age, точно, Dragon Age выходит. Так. Отлично, есть тут такая какая-то шахта. А, в принципе, тоже игра такая прикольная, мне кажется, тоже ее может пройти. Ну, тут говорю, то есть все в стиле Diablo 3, мне кажется, что-то вот такое. Ну, в принципе, игра действительно должна быть такая, можно сказать, интересная. Потому что она, если можно сказать, и мне нравится, если вы знаете, что это игра, то... Так, а, нет, я уже думал, тут тупик есть. Такой спуск, да, и тупик. Это было бы не очень. Как раз сейчас и уровень себе, ребята, поднимем. Это уже наша кирка почти что сломалась. То, что у нас был там какой-то уровень, я зачарил лопату на прочности,
на эффективность, то есть чтобы тот же гравий копать, или, например, ну или землю, да, где нужно скопать. Так, как раз сейчас тут куча гравия, сейчас посмотрим, может что-то да и будет. Ну, в принципе, все вроде в октябре не выходит больше никакие игры, то есть там где-то 2-3 игры выйдет, да и все. Вроде я больше я вроде даже и не знаю. Я смотрел, но как я смотрел, так я понял, что больше. Офигеть! А это мы на 12-я высота. Мне казалось, что это какая-то 40-я высота. Мы как раз сюда так прокопали, еще и алмазы нашли. Я что-то как-то спустился, мне кажется, что это где-то 40-я высота, а тут нифига себе, мы уже на 12-й, тут уже и алмазы есть. Ну просто действительно там такой спуск был, что мы так спустились быстро, что даже не заметили, насколько мы спустились. Так, нет, сейчас. Нет, ну вроде все. Хотя нет, я еще помню, какая-то там вроде одна-две игры должны выходить в октябре, но я не помню какие. Я не помню какие. Ну ладно, не будем мы вспоминать, не будем мы смотреть. Потом, когда выйдут, узнаем, да? Вот как раз в том же ноябре, вот там. Там уж самое то, там уже выходят игры, которые, в принципе. Ох, действительно, игры, можно сказать, которые стоит пройти, и стоит купить, и стоит поиграть, и, в принципе, действительно, стоит их вообще купить. Тот же, я так думаю, пройти потом. Хотя нет, не тот же пройти потом, а пройти потом даже две игры с одного жанра, то есть тот же Assassin's Creed. Там же вроде выходят две игры. Вроде сначала как бы одна была, да, Unity, то есть во Франции, да, во время революции. Ну, в принципе, действительно, игра такая офигенная. Мне кажется, что она, в принципе, пойдет на мой компьютер. Я так думаю, что может ее действительно пройти. А сейчас еще не. Ну как сейчас? Недавно оказалось, что выходит еще новая какая-то. Assassin's Creed Rogue, да? То есть про тамплиера, да, который был ассасином, стал тамплиером и начал убивать ассасинов, то есть Assassin's Creed, играем за тамплиера. Ну, в принципе, и они даже, ребята, вроде выходят в один же день, то есть 14 ноября вроде они выходят. Ну, фиг его знает, ребята, посмотрим, но Unity, мне кажется, стоит пройти эту игру, потому что она действительно офигенная. Assassin's Creed Unity, да? Ну, потом посмотрим, ребята, может ее и пройдем, может нет, посмотрим потом. Если, а может такое быть, что игра действительно не очень окажется. То есть тот же Black Flag, да, Assassin's Creed. Если честно, ребята, он мне, ну, не очень понравился. Ну, пираты пиратами, да, но то, что вот те все корабли и все такое, мне, если честно, это не очень понравилось. Ну, третья часть, да, где там в Англии или нет. Ну, я не помню, где это все было уже. Но третья часть такая еще. Ну, более-менее было, да? Там еще. О, твою мать, напугал меня. Это еще там было что-то такой-то. Осадок какой-то. Это где вообще? Был еще какой-то такой осадок с прошлых частей Assassin's Creed, да, то есть там еще была какая-то связь. А потом, когда в конце, ну я не знаю, спойлер ли это или нет, но я так думаю, что все уже прошли давно эту игру, да, то главный герой, да, который в анимусе сидел, умер, и в принципе все. В Black Flag там уже какой-то вообще чувак, который вообще к этому вроде не имеет никакого отношения. Просто ты просыпаешься, он сидит там в анимусе. Кто-то нас там начинает шантажировать. Мы какие-то там посылки кому-то доставляем и все. Потом в конце концов мы вроде сматываемся с какого-то там центра, да, где мы там сидели в анимусе и все. Что такое, если честно, я не очень-то и понял. Но что-то в этом жанре. Еще. Да, в принципе, и все. А то, что они сейчас придумают в новом Assassin's Creed, ну, потом посмотрим, что они там придумали. Может. Ну, в принципе, может, наверное, и тот же будет в анимусе сидеть, кто и в Black Flag сидел. Ну, потом, ребят, посмотрим. Может, кого-то нового сделают. Еще выходит тот же Far Cry 4. Ну, как бы это Far Cry, да. Может, кто-то играл в Far Cry 3, но. Действительно, игра офигенная, и мне кажется, что я ее. Может, потом пройду, потому что
Шутер не ш... Еще алмазики, офигеть. Шутер не шутер, но игра действительно офигенная. То есть необычный шутер, где там ходишь по миссии, да, и стреляешь до хуя. Начинается миссия, ты идешь туда, стреляешь, убиваешь, прошел миссию. Ну как бы там тоже вроде, ну, открытый мир, да, шутеры с открытым миром, это как бы действительно офигенно. О, еще алмазы. Ну там вроде один алмаз. Ну, у нас сейчас 7 алмазов, в принципе, нормально. Так. А я... Да вот мы тут проходили, я даже там алмазы не заметил. Ну, Far Cry 4 действительно такой, мне кажется, нормально будет игра, то есть можно ее пройти. Еще что там выходит в ноябре? В ноябре... А, точно, там еще же новая Call of Duty выходит, да? Как она там называется? Advanced Warfare, да? Что-то такое. Ну, я не знаю, ребята. Может, я ее и пройду. Потом посмотрим. Может, в мультиплеер тоже поиграем. Это как бы Call of Duty, да? Можно сказать, каждый год они выпускают одну и ту же игру, только под другим названием. В другом месте. И в другое время, да? То есть... Было там наше время, да, по чуть-чуть они начали там все превращать в Black Ops 2. Ну, Black Ops 2, ребята, как по мне, это последняя Call of Duty, в которую стоит поиграть. То есть, это она предыдущая, да. Потом уже вот этот Ghost, я в него поиграл, сколько я в него, ребята. Дня 3, и то по пару часов в день, и все просто... Не знаю, не очень он мне, если честно, понравился. Я в него немного поиграл, да и все. Больше мне играть не захотелось. Black Ops 2 это последняя такая Call of Duty, в которую я просто играл, очень, можно сказать, играл. И действительно, она стоит, чтобы в нее поиграть. И как говорю, ребята, было там Call of Duty, да, там в наше время, где наше оружие, там все такое, ты знаешь все оружие и вот такое. Потом... началась Call of Duty, то есть где вот эти уже более такие современные оружия, даже не современные, а уже немного там с будущего и что-то такое, да, то есть тоже Black Ops 2, если я помню, где-то там 2030 год, что-то как бы уже немного в будущем. Вот этот ГОСТ, там уже какие-то оружия, ну такие, не очень, то есть такие более-менее, можно сказать. То есть тоже можно сказать современные, но все же. А вот этот уже новый Advanced Warfare, то есть, если так считать, там уже как бы просто нереально, да, такие всякие нанотехнологии, нанооружие и все такое. Там, то есть, они взяли сочетание Crysis, да, где они взяли с Crysis нанокостюм, где ты там можешь высоко прыгать, там, убивать с одного удара и все такое, летать и с костюмом, то есть, у него там защита и все такое. И где и сочетание еще того же Titanfall, кто играл, то есть мультиплеерная игра, где тоже там бегаешь быстро, там перепрыгиваешь, летаешь в костюме и все такое. Оружие там уже, ну не очень оружие, то есть уже нет привычных оружий, а все такие там лазеры, фигазеры, всякие там какие-то скорострельные, и короче такое, которое не очень так нравится. Давайте все-таки уже домой пойдем, уже нормально так ресурсов. И короче вот такое, я не знаю, ребята, будем ли мы ее проходить, не будем ли мы ее проходить, но фиг его знает, как бы... Call of Duty, да, последняя Call of Duty, которая мне просто нереально понравилась, которая, в принципе, офигенная и по мультиплееру, и по сюжету, это Modern Warfare 3. То есть я прошел все три части, да, то есть Modern Warfare 1, 2, 3. Первый раз я его проходил на компьютере. Второй раз я его проходил на компьютере. Третий раз я проходил его на Xbox. То есть... Call of Duty Modern Warfare я прошел уже 3 раза, ребята. Вроде кажется обычный шутер, но что-то там есть такое в истории, как бы в истории сюжета, да? Где хочется и хочется это проходить, и в принципе действительно игра офигенная. То есть и сюжет, и мультиплеер. И вот это вроде даже был первый Call of Duty, в который я начал играть в мультиплеер. То есть я не играл ни в первый Modern Warfare... в онлайне, во второй я вроде начал с третьего вот этого, ну, Modern Warfare.
Ну, как сказать, в принципе, вот это последний Call of Duty, который действительно не очень нравился, и который я прошел, я просто нереально в него в мультиплеер долго играл, я не знаю, сколько там у меня времени наиграно, но я действительно очень долго в него играл. В Black Ops 2 я в этот Call of Duty играл уже на Xbox, да, я тоже в него так нормально наиграл. А в Ghost, я говорю, ребят, недолго я в него играл, но все же, может, в этот новый Call of Duty поиграем. Потом как раз, ребята, как я говорил, может сделать будет какую-то группу, да, в какой-то голосовой программе, где можно, например... Так, сейчас, секунду, это у нас кто? Опять Дигли, да? Где можно будет, то есть собраться, да, можно зайти там в любое время, у кого там будет тот же Call of Duty, так, зайти и сказать там, ребята, о, всем привет, 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 кто там имеет желание зайти в Call of Duty, немного поиграть, там, добавляйтесь в Steam или где там, да, добавляйтесь в друзья, я зайду в игру, а в этом, типа, как бы, присоединяйтесь к игре и, типа, вместе поиграем. В принципе, говорю, ребята, что можно так сделать, потому что, в принципе, как раз таки игры мультиплеерные, все такое как раз для этого и нужно, чтобы вот так играть. Поэтому потом посмотрим, еще какие там еще игры выходят. Вот это я, если честно, уже и забыл. Да вроде все, в ноябре никакие такие больше не выходят, вроде только... Ну, Far Cry 4, Assassin's Creed и Call of Duty, или там вроде еще должны были какие-то выходить. Ну, вроде еще там парочку есть, но я, если честно, уже не помню какие. Ну, фиг его знает, ребята. Как раз та же GTA 5, да, должна была выйти на компьютер, но опять ее перенесли на следующий год, как, в принципе... И было сказано, вроде уже там слухи нереально какие были, что... Они переносят на следующий год, все капут, там только в 2015 выйдет на компьютер. Через пару дней там появлялись новости на официальных сайтах, что да нет, да чё вы, это слухи, конечно, нет, все нормально, все идет по плану, все игры на все платформы выйдет в этой осенью, все нормально, как мы обещали. А вот недавно, пум, стукнули, что на новые платформы выходит, на новые консоли выходит как бы в... осенью, а на ПК в следующем году, то есть мы говорили этой осенью, но выходит в следующем году. Не, ребят, мне как-то все равно, знаете, эту игру уже прошел тогда, когда она вышла год назад, то есть на старые консоли, да, я ее уже прошел за пару дней, потом немного поиграл в мультиплеер, да и все, и забыл, в принципе, уже в нее давно не играл. И все, можно так сказать. А то, что она выходит на компьютер, я ее просто-напросто ждал, потому что это, можно сказать, новые ощущения, да, то есть ты прошел игру на компьютере, ты прошел игру на Xbox, а спустя год ты немного все-таки, ребята, по ней заскучился, согласитесь, что ты, можно сказать, немного заскучился по этой игре, и ты ее, можно сказать, опять хочешь пройти. И плюс к тому, что ты ее будешь проходить не на консоли, а будешь ее уже проходить на компьютере, то есть ты ее прошел на консоли с джойстиком, а сейчас будешь с клавиатурой и с мышкой проходить на компьютере, это уже, можно сказать, и новые ощущения, и, в принципе, и приятнее, можно и так сказать, играть, да? Я только поэтому ждал, чтобы ее опять купить, как бы, и опять поиграть на компьютере. Вот я ее поэтому и ждал, чтобы только поиграть на компьютере. Но если ее перенесли там на январь, ладно, поиграем в нее в январе, если ее опять там на полгода не перенесут, как это было с Watch Dogs, что ее там почти что перенесли на полгода, потом опять на полгода. Ну фиг его знает, если, например, то, что люди там говорят, да, что ох, опять ПКшников затроллили или что там сделали, что выходят на новые консоли, а на ПК выходит только в следующий год, ха-ха-ха-ха-ха, фиг его знает. Лично для меня, ребят, я говорю, я ее уже прошел, я ее только ждал, потому чтобы ее пройти снова и пройти ее на компьютере. А если я ее прошел уже на консоли в прошлом году, а сейчас она выходит опять на консоли, только на новые, то как-то смысла совсем не очень большого, как бы смысла большого-то нету, да, ты ее прошел на старом поколении консолей, сейчас через год выходит
опять GTA на новые консоли, и её опять проходить опять на той же консоли, только на новых, да? Ну, кто имел старые консоли, кто купил новые консоли, тот как бы, конечно, будет её покупать, потому что то было на новых консолях, сейчас... То было на старых консолях, сейчас на новых, да? То есть опять можно пройти. А тот, кто прошёл и имеет компьютер, да, то есть кто может поиграть в неё на компьютере, то, в принципе... Ладно, подождем еще, если говорю, еще, если еще ее опять не перенесут там на полгода, на год. Потом поставить. А что, все это такая шахта, то есть больше даже прохода никуда нету. Ладно, выбираемся отсюда. Поэтому, ребят, говорю, раз ее решили перенести, значит, действительно, или там не доделали, или если это было эксклюзивом до компьютера на ПК. Если это было эксклюзивом на консоли, да. Ладно, пускай пока что там будет. Если это было эксклюзивом на консоли, да, то сейчас он тоже будет эксклюзивом только на новые консоли. А когда он уже там полгода побудет эксклюзивом на новые консоли, тогда уже можно его и выпустить на ПК. Мне так кажется, они для этого так и делают, не потому что там ПК-версию еще нужно доработать, да. Потому что, в принципе, это было только эксклюзивом на консоли. Сейчас оно побудет на новые консоли, а потом уже на компьютер. Ну ладно, если выходят вот те все в новые игры, да, то, в принципе, как раз будет время, чтобы их всех пройти, а потом, когда ты как раз их всех пройдешь, или, конечно, ты какой-то там нереально геймер, да, что ты там игру проходишь за день, не ешь, не спишь, проходишь, потом выходит новая игра, проходишь, и вышло там 10 игр, и ты 10 игр прошел за 10 дней. То есть, если там нормально так выходит игра, ты по чуть-чуть в нее играешь, проходишь, наслаждаешься. То есть, не только сюжетную линию, а как раз все так нормально, и следующий, все такое, то это, в принципе, действительно нормально. Как раз как, вот эти все игры пройдешь, как раз и GTA выйдет, можно сказать. Так, что выходит? И, в принципе, того же января выходит еще новая игра Dying Light, да, то есть тоже про зомби, то есть сочетание Dead Island, кто играл, и паркура. Но, в принципе, игра действительно такая прикольная. Я думал, что она намного быстрее выйдет, но ее вроде тоже перенесли на следующий год. Ну ладно, если выйдет, то, можно сказать, поиграем, потому что игра тоже действительно офигенная. Да и все вроде, больше я не знаю, какие игры выходят. Вроде игра The Division, вот The Division, я ее нереально просто хочу поиграть. Ну, конечно, там, как люди уже и шутят, и все такое, системные требования на эту игру там просто нереальные нужны, потому что игра действительно, мне кажется, жрать будет вот это всего, вот эти все... Ладно, Абру мы, походу, не будем убивать, потому что ее с одного удара нужно убить или усыпить, или что такое. Потому что на ту игру The Division там просто нереальные системные требования нужны. Мне так кажется, будут нужны, потому что игра и графика, и все такое, действительно, она офигенная. Но я думал, что она как бы быстрее выйдет, а то ее объявили, что как бы эта игра существует, что они запустили там разработку, что они там делают эту игру, еще ее вроде объявили где-то там год-полтора назад, если не больше. А до сих пор все, они там ее объявили, сделали пару трейлеров, пару геймплеев, как они там ее играют, проходят и все такое. Все, на год про нее забыли, даже никто там про нее не говорит. Просто-напросто забыли и все. Никакой информации, ничего. Даже сколько уже там времени прошло, они еще до сих пор даже не объявили, не объявили дату релиза игры. То есть даже приблизительно нету там 2015-2016 год. Даже этого нету. Поэтому, если честно, фиг его знает, когда они вообще ее выпустят. Но игра действительно офигенная. Ну, как бы... Выйдет тогда, когда надумают ее выпустить, да, то есть может еще в этом году уже 100% не выйдет, может в 2015, может в 2016, может хрен его знает, когда они ее выпустят. Поэтому, в принципе, ребята, я говорю, в этом месяце, если будут выходить какие-то игры, то в этом месяце мы еще сможем пройти тот же Metro Last Light, да, Redux, то есть мы прошли первую часть, а сейчас, в принципе, можно пройти вторую часть. Или же в конце месяца выйдет
Средиземья, там, Shadow of Mordor, да. В принципе, игра действительно такая офигенная. Мне кажется, что если проходить эту игру, то как раз когда ты ее пройдешь, там уже будет как раз до того времени. Если она выходит 30 сентября, Alien Isolation выходит 3 октября, то есть 4 дня. Dragon Age выходит 7 октября, то есть 8 дней. 8-9 дней разницы. The Evil Within выходит вроде 14 октября, то есть 15-16 дней разницы. То есть, в принципе, как раз такой плотный срок, можно сказать, выходит игра, ты ее как раз так стараешься пройти, проходишь, еще не успел пройти, выходит новая игра. Ты прошел первую игру, которую проходил, да? Уже вышла третья игра, а ты только прошел первую игру. То есть тебе нужно пройти еще вторую игру, а третья уже вышла. Ну как бы вот так, в принципе, я говорю, ребята. Если выйдет вот этот Shadow of Mordor, то в принципе можно его будет пройти, потому что игра действительно офигенная, мне так кажется. В принципе, все, ребята. Больше я не знаю, какие новые игры выходят. Может, есть еще какие-то, может, я забыл или что-то такое. Так, давайте идем покушать себе возьмем. Вот уже, в принципе, тут наросло так нормально, то есть потом опять можно будет собрать. Возьмем пока что вот это. И, в принципе, ребята, я так думаю, давайте на этом мы закончим эту серию. Уже нужно начинать делать магазин, потому что ресурсов у нас вот уже сколько, и угля, и все такое, что мы можем уже продавать. А алмазы, я поставил алмазы вот сюда. Ух, Джиглипаф, привет, чё ты? Да, 22 алмаза, ребята. 22 алмаза, это 44 рар кенди. Ну, в принципе, нормально. От Magikarp. Вот, ребята, то, что исполнятся даже шайни или еще кто-то, а у нас ультраболов нету. То есть нам еще нужно ультраболы сделать. А, в принципе, ребята, думаю, давайте на этом уже закончим эту игру. Твою ж мать. Чё-то вообще уже запинаюсь, уже, наверное, и спать хочу. Давайте уже на этом, наверное... Да, в принципе, на этом уже закончим эту серию. Покемоны более-менее так прокачаны, есть нормально ресурсов, то есть уже можно будет их и продавать, и прокачивать. И уже наши покемоны нормально прокачаны, чтобы убивать уже и боссов, ну, некоторых, да. И уже можно будет покупать раркинди, чтобы их еще быстрее прокачать, а сделаем магазин еще быстрее будет. Ну, как бы новый магазин, да. И давайте на этом закончим уже эту серию, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.